Сегодня, бродя по водохранилищу, набрел вот на такую вот я, недалеко от берега, вот на такую постройку. Ну, вот такая вот постройка, она со стороны довольно внушительная. Ну, видно, все в ней сделано. И веранда, и спальный узел, и туалет, и место для отдыха. Сейчас мы посмотрим с другой стороны. Вот здесь вот заметил я вот такую посадочку. Это больше похоже почему-то на георгин. Но, возможно, так и есть. Посадили для красоты в лесу. Молодцы ребята. Вот они со стороны, видите, ПХВ все покрыты. Материал долговечный. Так что будет стоять она вечно теперь. Непромокаемо, непродуваемо. Здесь вот тоже подготавливают пол. Видите, как делают, и песочком все засыпают. Бревнышки. Ну, какое предназначение. Вот там вот внутри дрова. Ну, дрова в другом, видно, помещении. Не знаю, что здесь будет. Может, дровяник. Вот здесь вот бревна стоят. Распиленные, толстые, потому что дрова, наверное, заготовили на зиму или на лето. Вернее всего, круглогодично бывает. Ну, вот здесь вот тоже веники висят, дрова заготовлены, уже нарублены. Значит, вот здесь вот баня у них. Вот только кто здесь живет, это летом я посмотрю. Ну, здесь вот тоже, вот видите, ПХВ. Где-то набрали они много его. Только качественные напитки. Это естественно. Самое качественное – это самогон, когда сам гонишь. Ну, вот здесь вот коряжек набрали они. Видно, в кострище. Не поделки, грязноватый довольно. Все-таки на кострище собирает, наверное, по берегу ходит. И вот такой сушнячок ищет по берегу. Ну, где-то с одной стороны лес очищают, молодцы ребята. Тоже у нас в лесах сушняку очень много бывает. Ну вот сегодня проплыл я довольно много по берегам, по всему. И что характерно, ни одного человека я вообще не видел. Ни одной лодки. Погода только настраивается. Май у нас был чуть-чуть холодный. Возможно, из-за этого никого нет. Но и так народу немного бывает. Так что водоем очень большой. Нужны лодки моторные. На этом все. До свидания. У кого есть возможность, подписывайтесь на мой канал.